основная линейка преобразователей представлена перед вами. Маркировка преобразователей обозначена на шильдике. В зависимости от задач контроля выбирается тот или иной тип преобразователя. С толщиномером А1208 одинаково хорошо работают как совмещенные, так и раздельно совмещенные преобразователи. Обратите внимание, из-за отсутствия в официальных наборах для сертификации образцов толщи 300 мм, в технических документах мы вынуждены ограничивать диапазон наших преобразователей этим значением. Однако реально с толщиномером А1208 вы можете измерять стальные объекты с толщиной 400 и даже более миллиметров. Выбор преобразователя зависит от физических свойств объекта, его геометрии и задач контроля. Совмещенный преобразователь S3567 можно назвать универсальным преобразователем для измерения толщины. Его реальный диапазон по стали от 0,7 мм до 400 мм. Диапазон для полиэтиленовых изделий составляет от 1 до 25 мм. Преобразователь оснащен износостойким протектором и дает следующие преимущества. Первое. Позволяет сканировать поверхность объекта, чтобы обнаружить плавные утонения в стенке. Второе. Обеспечивает повышенную до 0,01 мм точность измерений. Третье. Не требует особой ориентации на цилиндрических объектах. Четвертое. Компактный корпус в сочетании с боковым подключением кабеля позволяет проводить измерения в труднодоступных местах. В то же время преобразователь S3567 не предназначен для поиска язвенных коррозий и тестирования труб малого диаметра. Раздельно совмещенный преобразователь D1771 работает в диапазоне толщин по стали от 0,7 мм до 400 мм. Данный преобразователь помимо толщинометрии позволяет находить места язвенной коррозии. Он малочувствителен к качеству поверхности и хорошо работает даже на очень шероховатых объектах. С другой стороны, преобразователь D1771 не предназначен для сканирования стенки изделия и поиска утонений, а также не применим на трубах малого диаметра. Кроме того, на цилиндрических объектах его необходимо строго ориентировать разделительной пластиной поперек направляющей трубы. Раздельно совмещенный преобразователь D2763 измеряет толщины по стали от 0,7 мм до 30 мм. Такой ограниченный диапазон связан со спецификой его задач. Дело в том, что он разработан специально для контроля труб малого диаметра. На практике он с успехом применялся даже для тестирования 20-мм полиэтиленовых труб. Очень пригодится он на неровных, ячеистых участках поверхности, где другие преобразователи не смогут обеспечить хороший контакт с объектом. Как и преобразователь D1771, он прекрасно подходит для поиска язвенных коррозий, причем в своем диапазоне толщин обладает большей чувствительностью. К ограничениям, помимо небольшого диапазона толщин, относится высокая требовательность к подготовке поверхности. Объекты с сильной шероховатостью при работе с этим преобразователем требуют более тщательной зачистки. Кроме того, на цилиндрических объектах его необходимо строго ориентировать разделительной пластиной поперек направляющей трубы. Раздельно совмещенный преобразователь 5T12-2. Раздельно совмещенный преобразователь 5T12-2 разработан для тестирования нагретых объектов. При контакте с поверхностью не более 10 секунд вы можете с его помощью контролировать изделия с температурой до 300 градусов Цельсия. Данный преобразователь работает в диапазоне по стали от 0,9 мм до 400 мм. При необходимости он может применяться для поиска язвенных коррозий. Обратите внимание, преобразователь 5T12-2 требует осторожного обращения. Не втирайте и не прижимайте его слишком сильно к поверхности. Не используйте на грубых, незачищенных участках объекта контроля.